что комариные укусы меня не остановят. ДВ-6, стоять в глухой обороне не вариант, нужно сближаться. Значит так, инженеры, я вижу, вы все в сборе. В эти тяжкие времена мы сплотились как никогда ранее в борьбе с общим врагом, но этого все еще недостаточно. Мы используем остатки наших ресурсов для создания еще двоих монстров. Это моя личная разработка, HIMARS. Убойная сила, большая дальность, точность и маневренность. И все это в одной машине. Готовы начинать сборку наших СЗО. Добро пожаловать в ряды Советской Армии. Пора дать захватчику по зубам.